друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем вводный традиционный технико-экономический вебинар, что именуется «Азбукой Skyway». Дорогие друзья, проект Skyway – это проект, который охватывает уже буквально сотни тысяч людей, сотни тысяч заинтересованы в развитии проекта. И искренне надеюсь, что те люди, которые присутствуют в первый раз, дорогие друзья, дамы и господа, вы поймете, осознаете всю важность и сущность этого проекта. А для начала, пожалуйста, проголосуйте, в какой раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, то есть азбуки Skyway. В основном эти вебинары ориентированы на тех людей, кто присутствует первый, второй раз, потому что с первого раза может быть непонятно, и, собственно, многие люди используют этот инструмент для того, чтобы максимально упрощать свою работу, то есть донести первичную информацию человеку о проекте Skyway, но далее, соответственно, уже человек сам решает, посетить ему вебинар, либо поизучать брошюры, монографии, публикации, которые можно найти в огромном количестве на личном сайте Анатолия Эдуардовича и в новостях как PRSV Systems, так и Skyway. Дорогие друзья, тот, кто не проголосовал, я думаю, что будет понятно уже на второй части вебинара, то есть в этой же комнате будет проходить вторая часть вебинара, на которой мы будем делиться уже с текущими новостями, с приближением выставки Innotrans, на которую многие активисты поедут уже в ближайшее время и на которую уже представители головной компании выехали буквально сегодня. И экспонаты, естественно, машины, которые уже в масштабе один к одному будут представлены на выставке Innotrans. Также об этом, обо всем мы обязательно пообщаемся уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну а вводный вебинар настроен и нацелен на то, чтобы дать максимальный охват информации именно по пониманию важности и перспективности проекта Skyway для тех людей, кто только присоединяется к проекту Skyway. И очень мне нравится ролик, который сейчас прошел, про время, потому что время, дорогие друзья, это действительно тот момент и та ценность, которая действительно уходит сквозь пальцы. И сегодня в мире финансов стараются сократить время. Я расскажу про финтех-технологии на расширенном технико-экономическом вебинаре, насколько сократились транзакции с помощью новейших технологий, которые и мы будем использовать. Дорогие друзья, когда-то мы начали пользоваться уже не чековыми расчетами, то есть раньше расчеты происходили через чеки, появились кредитные карты, затем появился онлайн-банкинг. Когда-то не было даже электричества, потом появился двигатель внутреннего сгорания, нефть, нефтедоллар, ипотека, и все взаимосвязано, все, казалось бы, логично. Все направлено на то, чтобы ускорять время взаимодействия пользователей как в сети интернет, так сокращать время онлайн-денежных переводов, так и сокращать максимально время нашего общения, коммуникации. То есть это современные мессенджеры, это Skype, это Viber. И сейчас уже мало кто звонит по городскому телефону, междугороднему, потому что, дорогие друзья, это сейчас просто не актуально абсолютно. И что касается времени пребывания в транспорте, на сегодняшний день эта ситуация остается достаточно актуальной. И когда в Берлин уже мы поедем, то есть вот если непосредственно про меня говорить, то есть я поеду с Челябинска в Берлин. Мне обязательно нужно будет достаточно времени провести в Москве, с отрывом от реальной жизни, с неким дискомфортом, который я мог бы избежать, перемещаясь в своем транспортном средстве,
именно личном транспортном средстве, либо общественном транспортном средстве, но без всяких пересадок. И так же, как когда-то появился интернет, который позволил нам открыть ноутбук, открыть планшет, загрузить наш смартфон и при наличии сигнала получить любой объем информации, передать этот любой информации, найти любое слово, любое событие, описание его в глобальной сети интернет. Также должна появиться некая сеть, которая позволит нам перемещаться сквозь расстояние действительно на больших скоростях и действительно эффективно, безопасно, комфортно и, самое главное, дешево, дорогие друзья. И как раз-таки Transnet на основе технологии Skyway это и будет мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, социальной и даже финансовой сетью. То есть это объединяющая составляющая, которая будет действительно соединять многие направления внутри одной единой сети. Это сеть ближайшего будущего, дамы и господа. И все мы прекрасно понимаем, что сегодня есть возможность проводить вебинары, сегодня есть возможность общаться через Skype, но те пробки, и я всегда привожу такие примеры, как, допустим, человеку нужно доставить донорский орган, и в одном воздушном туннеле, соответственно, в воздушном коридоре один самолет может находиться в тот или иной момент времени. И, соответственно, даже может так получиться, что почка будет доставлена не вовремя, и человек может погибнуть. Это для понимания ценности, насколько для нас важно перемещение. А скоро портящиеся продукты, а те убытки и колоссальные действительно потери мировых транснациональных корпораций, которые пользуются транспортно-логистическими услугами, заинтересованы ли они будут в применении новейшей инновационной транспортной технологии, которая сократит эти расходы и сократит эти затраты? Естественно, ответ положительный. И это один из основных ответов на вопрос, а откуда же будет браться прибыль от этого бизнеса, от этой технологии? Ответ очень прост. Технология нужна всем и каждому. И я говорил много раз, что 99%, на мой взгляд, нуждаются в этой технологии. И следует 99% узнать о существовании этой технологии и, более того, о возможности народного финансирования в проект Skyway. Но все началось далеко не с краудинвестинга, все началось далеко не в 2000-х годах и, естественно, не в 2010-м даже году. Все началось более 36 лет назад. То есть уже фактически скоро будет 40 лет. То есть это тот период, сколько Моисей водил людей по пустыне. Все прекрасно помнят описание этого события, зачем это происходило. И, собственно, создается новая технология, которая колоссально изменит качество жизни каждого живущего сегодня на планете Земля. И Анатолий Эдуардович об этом задумался еще в конце 70-х годов, когда были представлены первые эскизы, первые концепты струнного транспорта, но перед струнным транспортом было нечто, о чем следует услышать действительно каждому на вебинаре, каждому в первую очередь, который присоединяется к нам, изучает, смотрит, наблюдает, анализирует. Это проект общепланетного транспортного средства. Это все, с чего начиналась струнная технология. И в конце 88-го года Анатолий Эдуардович представил на международной конференции по неракетной индустриализации космоса в городе Гомель данное сложное транспортное инженерное сооружение, глобальное, планетарного масштаба. И это позволило бы еще в те годы вывести промышленность в открытый космос. Естественно, о многих проблемах, которые сегодня маячат, о них я также остановлюсь немножко и свой взгляд расскажу на эти проблемы, эти вещи и возможные решения, такое как изменение климата, такое как истребление дикой природы и многое-многое другое.
Многие об этом не задумываются, но на самом деле, когда достигнута будет критическая точка, будет уже поздно. Давайте посмотрим, что такое Spaceway и... Все, естественно, всегда начинается с великой идеи. И эту поистине великую идею Анатолий Эдуардович проталкивал и действительно разбивал стены непонимания и сомнения многих чиновников, многих ученых, но придя к выводу, что, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, и когда еще не появился интернет, наверное, время общепланетного транспортного средства еще не пришло. И Анатолий Эдуардович, оптимизируя это сложное инженерное техническое сооружение, которое будет простираться по всей длине экватора и, повторюсь, позволило бы еще в те годы вывести промышленность в открытый космос, была создана концепция абсолютно быстрого, эффективного и дешевого как при строительстве, так и при эксплуатации струнного транспорта. Сегодня более 500 тысяч людей заинтересованы в развитии проекта Skyway, и более 80 тысяч ежемесячно инвестируют в данный проект. Почему, вы спросите? Во-первых, это, естественно, возможность, которая бывает раз в 100 лет. То есть та инвестиция, которую вы сегодня можете совершить, она будет невозможна, и мы можем предполагать, прогнозировать, что уже через год этой возможности может и не стать. И это наша с вами удача и наша с вами радость, что на самом деле этот проект стал с 2013 года развиваться через народное финансирование. Давайте посмотрим, каким образом проект пришел к этой схеме развития. На самом деле, как любой венчурный, сложный технологический проект, все начиналось с привлечения инвестиций, в том числе и крупные инвестиции потенциальные. Но, естественно, в подобных вещах, когда создается технология, которая может стать теоретически основой мировой экономики, те люди, которые финансируют больше, планировали финансировать большей частью данную технологию, желали полностью ей обладать. И более того, я могу сказать, что проводилось множество переговоров, и самой большой вехой, самым важным событием, самыми эффективными проведенными переговорами было общение с Лебедем Александром Ивановичем. Проводил этот диалог Сибиряков Сергей Анатольевич случайно в самолете, оказавшись с губернатором Красноярского края на тот момент, Лебедем Александром Ивановичем, и донеся стратегию, концепцию, каким образом можно увеличить экономический потенциал Российской Федерации буквально в 3-4 раза менее чем за 5 лет. Это ряд проектов, которые были стали бы реальны с помощью технологии Skyway при внедрении этой технологии в виде транспортной и экономической стратегии Российской Федерации. Получив все основные доводы, аргументы, обоснования, Лебедь Александр Иванович, более того, через несколько недель выделил первый транш на финансирование технопарка в Озерах и, собственно, происходили с 2001 по 2009 год серьезные испытания, лабораторные исследования. Вот этот ЗИЛ, который вы видите, ЗИЛ, уходящий в небо, мы его называем. Очень много доказательств находится в интернете. Ранее это был очень хороший материал, да и сейчас это замечательный материал. Представление реальности на тот момент событий.
И все это даже представлено было Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который в 2009 году являлся президентом Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич сказал, что если проект найдет финансирование, то, пожалуйста, пускай развивается. Даже планировалось выделение 1 миллиарда, но после Госсовета, то есть с какими причинами это связано и почему это произошло, никто не знает и до сих пор остаются только догадки. Конкретной информации нет, но полигон, и почему мы называем полигон, потому что технопарк, который простоял с 2001 по 2009 год, был разрушен и увезен в неизвестном направлении. С этого момента можно сказать, что закрались сомнения Анатолия Эдуардовича, что проект реально развивать с помощью традиционных методов развития венчурных сложных технологических проектов. И уже после общения с различными министрами, послами и так далее, то был сделан вывод, что возможно, теоретически, предположительно, проект может начать развиваться через народное финансирование. То есть, кто будет заинтересован в той технологии, которая будет очень серьезно капитализироваться на ранних стадиях, когда стадия рискованная, проголосовать, так скажем, рублем. И тогда было предпринято очень серьезное решение. Это начало краудинвестинга. Произошло это в 2013 году. Дорогие друзья, тогда еще все начиналось. Тогда не было стабильно работающих личных кабинетов, которые сейчас замечательно работают, переведены на различные языки. Новости постоянно выходят на различных языках, проходят конференции. Еще в 2014 году, в октябре, я присутствовал на первой конференции и, собственно, думал, ехать вообще или нет, потому что это не любитель был присутствовать на подобных событиях, в других проектах, в которых я участвовал. Но я скажу, что присутствие на данном событии очень сильно изменило и мировосприятие в плане Skyway, и всю, можно сказать, дальнейшее направление моей деятельности и тех сфер, которые я развиваю. То есть все сфокусировалось именно на Skyway. И многие активисты, я думаю, помнят, что тогда не было ничего, ни научно-производственного конструкторского предприятия, ни тем более строительства. Тогда была только идея. И люди, которые стояли на сцене в октябре, осенью 2014 года, когда им задавали вопрос, а зачем вы развиваете этот проект, был один ответ, который передавался различными словами, различными мыслями, но смысл был один, потому что я хочу, чтобы этот проект состоялся, несмотря на то, что этот проект сейчас только зарождается. Сейчас уже я бы не сказал, что стадия зарождения, то есть мы заложили фундамент, мы уже возводим наш высокий небоскреб проекта Skyway, и сейчас мы находимся на седьмом этапе. И множество людей по всему миру финансирует развитие четырех направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт и это высокоскоростной транспорт. Чуть больше 6 месяцев назад появилось еще одно направление, о котором мы очень подробно будем останавливаться на расширенном технико-экономическом вебинаре. Это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Одно мы можем сказать, что пользоваться им будут абсолютно так же, как на сегодняшний день пользуются как велосипедами, так и автомобилями. Почему велосипедами? Потому что вы сможете передвигаться в данном транспорте с помощью, в том числе, велотяги и вырабатывать электроэнергию, накапливать энергию в аккумуляторах, которые будут находиться в данных подвижных составах. И многие люди действительно заинтересованы в развитии проекта, потому что проект не только сформирует их финансово независимое будущее, я имею в виду про потенциальное получение дивидендов от тех инвестиций, которые люди сейчас совершают, но проект позволит обеспечить быстрое, эффективное, комфортное и дешевое перемещение с точки А в точку Б. И действительно сохранить самый ценный ресурс – это время. Это ресурс, который уходит сквозь года, сквозь пальцы, и его не остановить. И, соответственно, та безопасность, которая сейчас наблюдается
в различных транспортных средствах, она была просчитана, она была проанализирована, и транспорт SkyWay значительно превосходит все транспортные средства. Я не говорю уж про террористические акты, я не говорю уж про экологическую составляющую, когда можно даже заниматься сельским хозяйством и возделывать земли под проходящей путевой структурой, чего не скажешь о современных высокоскоростных трассах, которые только уродуют и ухудшают облик и экологию планеты Земля. И на самом деле та инновационная составляющая, которая позволяет говорить о том, что проект опережает всех и навсегда. И почему навсегда? Потому что мы действительно закладываем сейчас зерно на формирование новых поколений, которые уже на самом деле прорабатываются. То есть сейчас мы находимся на стадии создания четвертого поколения струнных технологий. В 70-х годах это было первое поколение. В 80-х годах, соответственно, уже началось приближение к второму поколению. С 2001 по 2009 год это было второе поколение. И, собственно, третье, потом четвертое. Сейчас вот занимаемся четвертым. Уже зарождается 4+, и уже есть понимание, и есть четкие обоснования, четкие расчеты, алгоритмы, каким образом абсолютно обособить и защитить рынок от конкурентных, так скажем, маркетинговых войн и напастей. Потому что действительно, как когда-то мобильная сотовая сеть создала рынок, который сегодня невозможно занять многим игрокам по причине того, что существует только несколько стандартных мобильных сигналов, то есть это стандарт GSM, это стандарт CDMA, и, соответственно, по этим стандартам нужно играть сейчас всем игрокам данного глобального рынка. По стандартам интернет, по стандартам мобильных приложений, независимо от того, это Android либо iOS, также необходимо работать и совершать деятельность на этом рынке с совершенно различным компаниям. И абсолютно так же будет задаваться стандарт в новой транспортной индустрии второго уровня. Но, дорогие друзья, все это замечательно, и мы можем говорить, что да, струнные технологии обязательно будут реальны, да, мы декларируем, но если от декларации мы не переходили бы уже к демонстрации, и перед демонстрацией это строительство, то грош цена было бы нашим обещаниям и нашим словам. И я хотел бы показать самое главное, пожалуй, доказательство, то есть это строительство. Чуть меньше года назад началось строительство. Ну, фактически уже сейчас, можно сказать, год. То есть в сентябре прошлого года началось строительство экотехнопарка. 29 июня был заключен договор аренды. Посмотрите, в каком виде раньше этот был бывший заброшенный танковый полигон. И сейчас действительно формируется новый демонстрационно-сертификационный центр мировой технологии, которая будет в том числе капитализировать и мировую экономику. И то строительство, которое происходило, оно как раз-таки стало возможно благодаря усилиям сотен тысяч людей, кто даже просто зарегистрировался в проекте, потому что даже просто зарегистрируешься в проекте, человек получает мотивацию рассказывать об этом проекте другим, потому что пока что есть возможность, дорогие друзья, получить минимальный пакет обязательств, просто пройдя регистрацию. Я часто выхожу на связь, точнее, люди со мной выходят на связь, так как входящий поток налажен, и предлагают какие-то свои бизнесы, свои проекты. Я их благодарю за то, что они мне предлагают, но всегда даю информацию. И оканчивая разговор, я говорю, что если вы не заинтересованы вдруг, после того, что я вам сейчас сказал, инвестировать хотя бы от $50 в этот проект, то подумайте, может быть, стоит всего лишь зарегистрироваться и получить 100 единиц обязательств, которые в будущем станут очень серьезным активом. И в какую сумму это превратится, либо в $100, либо в $1000, либо в $10 000, или
Более это зависит от сформированного рынка адресных проектов, то есть уже применения технологии Skyway на территории всей планеты Земля. Еще до развития народного финансирования я могу сказать, что на 100 миллиардов примерно долларов было набрано потенциала адресных проектов. Естественно, к этим проектам нужно возвращаться, естественно, нужно поднимать связи, но те проекты, которые инициируются уже сегодня на территории Южной Австралии, на территории различных европейских государств, дорогие друзья, это говорит само за себя. То есть эта технология нужна не только 99% населения Земли, но эта технология нужна многим крупным, серьезным предпринимателям и крупным финансистам, банкирам и так далее. Потому что многие финансисты, банкиры рады и счастливы участвовать в проекте, который плюсовую доходность показывает хотя бы 2-3% годовых. А той доходности, которая будет давать ряд наших только адресных проектов, это, собственно, больше десятков процентов годовых. И такую доходность можно будет получать абсолютно безрисково, как только технология выйдет на рынок и адресные проекты получат свою инициацию и будут запущены. Но тогда, дорогие друзья, будет уже абсолютно поздно инвестировать и невозможно будет совершить инвестицию в головную компанию, которая будет входить в виде доли во все проекты, которые будут применяться с помощью технологии Skyway. Сейчас эта возможность есть только в этом году. Возможно, в следующем году. Я не могу сказать, до какого срока это будет реально. И, может быть, до конца следующего года. Потому что по планам у нас показать в 2018 году высокоскоростную трассу. Я думаю, что до конца 2017 года уже начнутся очень мощные подготовительные работы. Более того, подвижной состав, он уже конструируется, формируется. И уже машины, реальные действующие образцы городского пассажирского транспорта и легкого прогулочного транспорта отправляются в Берлин на выставку Инотранс, которая пройдет уже 20-23 сентября в городе Берлин, куда мы все и направляемся. Я направляюсь в воскресенье. Сергей Анатольевич уезжает в Ганновер, чтобы проводить предварительные переговоры и подготовку конференции именно нашей немецкой говорящей стороны. И это событие невозможно пропустить тем активистам, которые поддерживают проект, которые живут этим проектом, потому что уже три направления развиваются на стройке параллельно. Это городской пассажирский транспорт, это легкий прогулочный транспорт и это даже грузовая трасса. И я думаю, что вы прекрасно наблюдали, с чего начиналось строительство, что происходит сейчас. Скоро начнется уже монтаж путевой структуры. И на злобу дня всем злопыхателям, всем, кто не верит в проект, мы докажем, дорогие друзья, что мы не просто можем, мы делаем, мы достигаем, и мы реально формируем интерес по всему миру, не только в качестве мелких, средних, даже крупных инвесторов, но и крупных корпораций, которые заинтересованы применять нашу технологию для реализации транспортных задач. Если вы меня спросите, какие транспортные задачи могут быть не решены с помощью технологии Skyway, я отвечу таким образом. Любая транспортная задача, независимо от ее сложности, может быть решена с помощью технологии Skyway, начиная от высокогорья, заканчивая трассами и прокладыванием специальных уже путевой структуры в специальных трубах и так далее под водой. И независимо от того, на высоте 5-15, на высоте небоскреба будут протянуты струны, но туда, куда придет струна, придет цивилизация, и это будет уже комплексным освоением территории. Ну, собственно, дорогие друзья, сегодня на вводном вебинаре я меньше остановился на тех моментах технических, но не могу не остановиться в первую очередь на аэродинамике, то есть за счет чего складывается
такие качества, такие свойства и такие экономии топлива и материалов так и при строительстве, так и при эксплуатации дальнейшей. За счет аэродинамики, за счет формы подвижного состава, который приближается действительно к природным формам. И прошлый логотип компании был в форме капли. А капля – это максимальная аэродинамика. 0,04. Я вам могу сказать, что коэффициент аэродинамического сопротивления был достигнут еще более серьезный. Я не могу сравнивать с такими автомобилями, зарекомендовавшими себя, как Bugatti Veyron, как Mercedes GLS. Вот недавно происходили испытания. И, собственно, 0,37. То есть это в 100 раз более эффективная технология. Я говорю про транспорт второго уровня. Я говорю про Skyway. Но почему струна? Потому что это предварительно напряженная конструкция. И, соответственно, поэтому это будет абсолютно ровная, гладкая путевая структура, которую не смогут перебороть различные природные катаклизмы в виде ураганов, в виде порывов ветра и даже сели, паводки, если не будут скрывать путевую структуру под собой, не смогут прекратить транспортных путей сообщения технологии Skyway, потому что действительно эта технология возможна к строительству и созданию на любом типе рельефа, местности и поверхности, и, соответственно, создаст те бизнесы, которых до сегодняшнего момента еще не существует, и вы можете сейчас стать совладельцами той технологии, которая будет формировать этот рынок. Благодарю, дорогие друзья, дамы и господа, в будущем, я надеюсь, коллеги, мы с удовольствием будем ждать вас на продолжение части уже в виде расширенного технико-экономического вебинара. Ну а сейчас я хотел бы передать слово тому человеку, который более 16,5 лет развивает технологию Skyway. Нет смысла перечислять регалии Сергея Анатольевича Сибирякова, потому что в прошлом это очень серьезный чиновник, государственный деятель и ныне действующий государственный советник третьего уровня. Но в первую очередь главная регалия – то, что Сергей Анатольевич развивает. Алексей, как всегда, очень приятно и интересно слышать. Так, как видно, как слышно? Как у нас, друзья? Вот. Ну, как всегда, друзья, среда, значит, у нас технико-экономические вебинары. Первый у нас вводный, как мы его называем, азбука. То есть, когда мы с Алексеем рассказываем вообще, а что такое Skyway, что такое проект. Ну и дальше у нас уже идет в 13 часов расширенный технико-экономический вебинар, где идут обычно последние новости. Комментарии, тем более, что сейчас событий очень много, и комментарии, они также требуют очень много. Вот, для новичков, Алексей уже очень доходчиво и понятно рассказал, мы специально уже почти, наверное, сколько, 4 месяца отрабатываем вот эту логику вводных вебинаров, именно для того, чтобы давать информацию. Это и полезно с точки зрения для тех, кто только подключается, и материалы можно всегда давать тому, кто только хочет узнать о проекте. Ну и для нас, для самих, это очень такая большая школа, потому что действительно очень кратко надо дать всю необходимую информацию, чтобы люди понимали о проекте. Вот. Я думаю, что после тот, кто прослушает вебинар вводный технико-экономический, потом уже расширенный, я думаю, ни у кого не остается вопросов по поводу того, что такое проект Skyway. Другое дело, что сомнений, конечно, с точки зрения развития и реализации очень много. Как у каждого проекта есть союзники, сторонники. Это обычное развитие, это обычная жизнь, никуда от этого не уйти. И это абсолютно как бы такая реалия нашей жизни. Вот. Особенно сейчас, я думаю, что особенно те, кто только подсоединяются в проектах, они сейчас видят, насколько жаркие идут споры вокруг вообще проекта, потому что мы реально приближаемся к уже демонстрации, реально к запуску, то есть начало работы экотехнопарка. Его задача – это
декларацию возможностей технологий. Еще раз говорю, что такое декларация? Это описание возможностей технологий, то есть декларативные цифры, которые заложены внутрь технологий, которыми она обладает. А переход от декларации к демонстрации – это когда раскрываются и в железе технически уже демонстрируются те возможности, которые раньше декларировались. Это очень важный момент, это особый переход у всех стартапов, у всех научных неокров, то есть когда сначала создается концепт, потом создается прототип, потом создается действующая модель, а потом уже промышленный образец, который показывает возможности технологии. Мы все эти пути, друзья, прошли, и сегодня мы уже на завершающей стадии начала первых демонстраций именно действующих промышленных образцов, которые уже готовы применяться именно в транспортной отрасли. И это очень большой путь. Мы к нему подошли сегодня той командой, которую создал инженер Юницкий впервые. То есть в 2001 году, вот то, что Алексей говорил, строился. Это еще не экотехнопарк в том виде, как он делал сегодня. Это были испытательные стенды, это был реально полигон, где изучались и осваивались первые возможности струнных технологий, но особенность и значимость технологии именно 2001 года о том, что на полигоне в Подмосковье в Озерах был построен первый стенд, и он показал, что струнная технология существует, и она именно соответствует тем характеристикам, которые закладывал инженер Юницкий как изобретатель, как автор концепции, а как генеральный конструктор он подтвердил свои расчеты и теоретические, и модельные, о том, что это все может быть. И самое главное, что было показано в 2001 году, это то, что путевая структура весом меньше 100 кг может выдерживать нагрузку 16 тонн. Это ЗИЛ-131, это лаборатория, которая именно была поставлена на эту путевую структуру для того, чтобы изучать, и смотреть, измерять и, соответственно, это была такая очень большая научная работа, и 10 лет этот стенд, этот полигон совершал эту работу, и был накоплен огромнейший научный потенциал именно для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому, когда тут наши злопыхатели там говорят, что вот мы показали ЗИЛ ползающий там, и это показали как новую трассу, это просто люди, которые не понимают сути того, что мы говорим, и не хотят слушать. Вот. Это путевая структура, и там проводилась в Озерах совместная коллегия Минтранса на тот момент и Министерства путей сообщения, где были представлены там первыми руководителями их ведомств. Это был губернатор Московской области генерал Громов, вот. Был президент Международной инженерной академии, академик Егоров, то есть который именно рассмотрели и признали о том, что да, Юницкий создал систему, которая в перспективе может развиваться. Далее этого развития не пошло, и как уже Алексей сказал, в 2011 году еще и этот полигон уничтожили после поддержки на Госсовете. То есть 10 лет он выполнял научную задачу, этот полигон, но потом по разного рода причинам эта работа была прекращена. Мы это считаем фактом вандализма, потому что даже с научной точки зрения этот полигон представлял огромную ценность, не говоря уже с точки зрения истории, с точки зрения стратегии развития. Вот. И опять же, это есть уже такие приятности, что тут недавно нам сообщили, что нашли нашего этот ЗИЛ. Конечно, он весь в разрушенном состоянии, там практически от него осталось только рама, но мы с большим удовольствием его восстановим. И как раз в апреле, когда соберемся на экофестиваль, экотех, наш именно скайвеевский фестиваль в Мариной Горке, я думаю, что будет как раз очень приятный повод увидеть нашего ветерана, увидеть нашего старичка ЗИЛа, который первый начал бегать по струнам, и, соответственно, будет возможность с ним сфотографироваться, вот, и в него даже, наверное, залезть. Ездить, конечно, мы не обещаем, что он еще и будет ездить по тем струнным рельсам, которые сейчас монтируются, потому что он все-таки был технически изготовлен под круглые рельсы с другим колесом, но, в принципе, надо с Юницким поговорить, может быть, это будет и действующий образец музея. Но посмотрим, друзья, это забегать не будем, тем более, что сейчас очень много первоочередных задач, вот, которые связаны именно уже с
запуском демонстрации. То есть сейчас вся основная команда инженеров, то есть ведущих инженеров с Виктором Бабуриным, они сейчас на пути в Берлин, где будут монтировать и показывать как раз часть путевой структуры, будут показывать два подвижных состава, именно действующие, уже не модели, а действующих образцов Skyway. Это Unibike, то есть это легкая система, но, чтобы было понятно, она настолько актуальная, что по перевозкам она сопоставима с московским метро. И вот я на расширенном технико-экономическом вебинаре остановлюсь на некоторых цифрах, сравнениях, чтобы было понятно о цифрах и в определенных возможностях, которые есть. А уже городская система будет показан навесной подвижной состав и будет смонтировано, уже сейчас приступает к монтажу, идет изготовление в цехах именно путевой структуры, и прям буквально на днях, я думаю, что когда будет идти Берлинский фестиваль, уже будут пулевые работы по монтажу путевой структуры. Это то, что является основой именно системы Skyway, то, что ляжет потом в основу транспортной коммуникации, которую мы назвали Transnet. Следующая коммуникационная система, которая объединяет в себе информационную составляющую, энергетическую, транспортную. Вот. И сейчас еще и ряд функций, которые активно развиваются именно в проекте. Об этом тоже мы поговорим в следующей части. И будет продемонстрированы основные виды путевой структуры. Это эстакада для городского навесного подвесного состава. Будет продемонстрированы уже летом следующего года. Это прототип, еще прототипы, друзья, это не действующие образцы, прототипы скоростной дороги, именно скоростного подвижного состава Юнилета, который в перспективе даст скорость 500 км в час. Это высокоскоростной на этой же путевой структуре. Сегодня строится только первый километр. Вот. Также там будет продемонстрирован подвижной состав для перевозки сыпучих грузов и контейнеров. Но сыпучих грузов это небольшие, до 10 миллионов тонн объемами, то есть небольшие относительно, это относительно возможности. И сегодня уже заложено, уже заливаются анкерные опоры и промежуточные опоры под грузовую систему, которая, конечно, сделает переворот в области перевозок сыпучих грузов, это угля прежде всего и руды, основного сырья, которого потребуется в ближайшие 20 лет. Это транспортная система с пропускной способностью, которая будет сначала на 100 миллионов тонн, потом она будет расширена 200 и в перспективе до 500 миллионов тонн. Чтобы было понятно для сравнения, друзья, это сегодня Транссиб, то есть основной хребет транспортной коммуникации России, перевозит 118 миллионов тонн максимум, больше он перевезти не может. Так вот, даже одна ветка будет сегодня превосходить весь Транссиб. Соответственно, это экотехнопарк, он начнет свою работу именно с того момента, когда он начнет демонстрировать возможности технологии, а фактически он уже начал свою работу, потому что сейчас уже приезжают специалисты, мы видели в наших репортажах эксперты, когда был, то есть вот Алексей как раз показывает сейчас все виды коммуникации, здесь еще, кстати, не показана наша легкая система, то есть Юнибайка, вот, она, ее не было на этой анимации, но она существует уже в реалиях. Вот. И, соответственно, эти все трассы будут в пределах километра, и они подкроют весь спектр сегодняшних именно транспортных коммуникаций. Дальше вот эта ветка, которую вы видите крайне справа, она будет продлена сначала на 3 километра, потом по 5, на 5, потом на 15. И, соответственно, по мере того, как она будет строиться, будут увеличиваться и демонстрироваться уже скорости сначала 150 км в час, потом 200, потом 300, потом 400. И максимально сегодня заложенная скорость расчетная в высокоскоростную систему – это 500 км в час. Это, друзья, уже сегодня не это скорость, которая еще не самолетная, но уже выше сегодня скоростной железной дороги. Но, друзья, по энергоемкости, по себестоимости строительства и потом эксплуатации, это, конечно, друзья, другой порядок просто транспортных коммуникаций. То есть мы сразу уже говорим о том, что
энергетические затраты будут менее 100 грамм на одного пассажира на 100 километров при скоростном перемещении. Сегодня, для сравнения, могу сказать, у скоростных железных дорог это 10-12 литров. У самолетов сегодня они чуть-чуть снизились, меньше 10 литров, но все равно это 10 литров, еще раз говорю, на 100 километров на одного пассажира. У нас речь идет о 100 граммах. Вот. Соответственно, это эквивалент, потому что вся система будет двигаться за счет электропривода, то есть мотор-колесо, а концепт зарядки аккумуляторов, он будет абсолютно разный. Вот. Но, в принципе, сегодня уже позволяет утверждать сама концепция развития Skyway о том, что в ближайшей перспективе, не в краткосрочной, то есть сегодня-завтра, а в течение нескольких лет, вся система будет на возобновляемых источниках энергии. И все перевозка грузов, она будет на возобновляемых источниках энергии. Естественно, это произойдет не сразу, но в какой-то перспективе это позволяет ждать. С учетом вкупе того, что говорит сегодня Илон Маск, который сегодня создает несколько альтернативных систем, то есть все знают его знаменитую систему автомобиля Tesla, вот это электромобиль первого уровня, это сегодня создание альтернативной энергетики с утверждением, что через 10 лет вся индивидуальная бытовая энергетика будет беспроводной, она будет вырабатываться на месте. Соответственно, мы сейчас вместе с этим вырабатываем следующий концепт, который позволяет утверждать, что весь транспорт будет на альтернативных возобновляемых источниках, и углеводороды, которые сегодня в основном используются и сжигаются в топках электростанций и в двигателях внутреннего сгорания, соответственно, это будет замещено экологическими видами возобновляемых источников энергии. Это, конечно, друзья, очень серьезное утверждение, это очень серьезные подходы, это как раз то, что буквально еще 3-4 года назад воспринималось как на уровне, ну, в России это как государственная измена, как минимум, вот, в других странах это, соответственно, на уровне несбыточных предсказаний. Сегодня это все прогнозные центры, все научные центры работают над этим концептом. Все понимают, что сегодня происходит радикальное изменение добычи и расходования энергии. И в этом плане как раз технология Skyway, она стоит на острие, потому что мы отвечаем всем вызовам сегодняшнего шестого технологического уклада, вызовом цивилизации, который есть, прежде всего экологичности и безопасности. Вот. И это для новичков, кто только зашел и услышал о проекте, вы должны понимать, что создается сегодня новый технологический продукт, который станет востребован в ближайшие 3, 5, 10, 15, 20 лет и далее всем населением Земли, и, соответственно, это то, что будет пользоваться каждый житель Земли. Поэтому мы с точки зрения построения финансовой модели исходим из того, что это очень активно развивающаяся, бурно развивающаяся отрасль. Вот, она будет очень капиталоемкой и очень перспективной по развитию. И исходя из того, что мы закладываем венчурную модель сегодня развития, то есть мы венчурный проект, мы никогда не говорим и не обещаем, что мы вам гарантируем такие-то доходы, такие-то. Мы всегда произносим слова, что это стопроцентный венчур. Стопроцентно это значит, что вы можете при риске потерять свои деньги. Вы, это очень венчурный с точки зрения стратегии развития, потому что в сентябре, в октябре, когда начнется демонстрация, то есть она вот уже началась, когда мы снимем технологические вопросы и будет продемонстрировано первые технологические возможности технологии о том, что она прежде всего существует, и она будет развиваться вот такими трендами, вот такими направлениями. То есть уйдут многие технологические риски, но при этом, друзья, венчурность проекта ни в коем случае не уйдет, потому что, как сейчас показывает практика, и мы видели вот на прошлой, позапрошлой неделе, когда на проект прошел просто вал сегодня информационных атак, именно заказных атак, это связано с тем, что начинается уже грязная конкурентная борьба, и проект пытаются задушить именно на той стадии, в которой он сегодня находится. Поэтому мы понимаем, что после октября-ноября очень резко активизируется процесс по именно недобросовестной конкуренции. Мы к этому готовы, потому что у нас есть большое количество союзников, у нас есть большое количество сегодня партнеров, которые продвигают проект, сегодня есть большое количество заказчиков, которым потенциально нужен этот проект, и мы будем реально вот рассказывать
рассказывать. И когда мы с Алексеем будем в Берлине, там будет очень интересная встреча с делегацией Челябинской области, которая сегодня продвигает проект скоростной дороги между Челябинском и Екатеринбургом. И они сегодня находятся в стадии выбора технологии. Вот, они ориентировались долгое время на китайские железные дороги. Вот, потом у них там что-то не срослось, они стали ориентироваться сейчас на TGV. Французские дороги, ведут переговоры с итальянскими. И мы, естественно, как раз их пригласили на наши стенды. Там будет и губернатор, и вице-губернатор по транспорту. Для того, чтобы они изучали, смотрели возможности технологии Skyway. Хотя бы для того, чтобы представлять, что такая технология, во-первых, есть. И во-вторых, что она уже выходит на промышленные испытания. И третье, что она обладает определенными бесспорными преимуществами перед сегодняшними скоростными железными дорогами. Какое будет решение принято, ну, допустим, руководством Челябинской области, это мы посмотрим. Мы предлагаем пока изучать, смотреть. Мы их приглашаем в экотехнопарк уже на начало промышленных испытаний, для того, чтобы своими глазами посмотреть. Это, кстати, для тех, кто специалистов, которые сегодня у нас было очень, ну, такое большое пожелание ряда технических специалистов, что, ну, вот с администрацией Челябинской области, с администрацией города Самары, для того, чтобы мы их допустили и показали им ряд именно монтажных работ, чтобы они видели, как создается технология. Не окончательный вариант, что когда уже построен и сделан, потому что специалистам именно интересно знать, как это создается. И здесь, естественно, что продумывается целая стратегия, потому что что-то показать нельзя ни в коем случае, даже когда это будет строиться, это будет защищенное ноу-хау, защищенное патентами. Но естественно, что все со временем начнет очень быстро выходить и перениматься и копироваться. Вот, естественно, для того, чтобы этот процесс шел, ну, скажем так, управляемо, то информация и доступ к таким ноу-хау будет очень-очень замедленным и ограниченным. Вот. Но, тем не менее, для ряда специалистов мы будем показывать и как создается подвижной состав, то есть как идет изготовление в цехах, как, из каких узлов агрегатов он состоит, соответственно, как идет монтирование, монтаж подвижного состава. Это тоже, друзья, такая постепенная работа, которая будет вести. И вот как раз в этом и будет заключаться экотехнопарк, который будет показывать сначала, как это создается, что он уже и делает. То есть мы показываем, как создаются анкерные опоры, как создаются промежуточные опоры, какие нагрузки они принимают. И как раз как все строится. И для специалистов, вот я могу сказать, что очень много звучит цифр, на которые, скажем так, наши оппоненты и конкуренты, они не обращают внимания, но пытаются выпечить определенные, как бы там вещи начинают комментировать, сколько бетона, сколько времени строится, сколько это. Я говорю, обязательно остановлюсь на второй части, но для новичков тоже надо понимать, что анкерная опора – это пересадочный узел, соответственно, где происходит переход с разноскоростных трасс, там, допустим, с низкоскоростной на высокоскоростную, или наоборот, с высокоскоростной на низкоскоростную, вот, то пропускная способность такого одного узла более 20 миллионов пассажиров в год. Это, чтобы было понятно, это одна станция будет больше, чем Дубайский аэропорт. Но он находится на территории почти 100 гектар, соответственно, это огромная территория. Вот, а здесь небольшая станция, которая обладает еще большими. Вот. То есть для неспециалистов эта цифра проходит незамеченной. Ну и что там прозвучали? Когда же Антон Иванович Юницкий это защищал технологию и презентовал ее для экспертов Минтранса, вот, которые с самого начала были настроены крайне скептически и крайне отрицательно к технологии, потому что они были все представителями других конкурирующих их технологий и структур, то когда они услышали эту цифру, то сначала они не поверили, и очень четко, обоснованно обосновал, что это абсолютно реальные, абсолютно возможные, скажем так, пропускные способности этой станции. А с учетом того, что это уже бетонные работы там завершены, сейчас начинается монтаж уже оборудования, то есть монтаж путевой структуры, которая будет уже идти параллельно с испытаниями, это как раз через некоторое время будет как раз от декларации, когда задекларированы определенные возможности, будут переведены в стадию демонстрация, когда это будет продемонстрировано. Точно так же идет и с грузовым транспортом, когда сначала декларируются их возможности, потом показываются концептуальные схематические решения, как это будет реализовано, а дальше уже идет изготовление и реальная демонстрация уже действующих образцов, которые подтверждают ту декларацию, которая была изначально с точки зрения
технологии. Этот процесс, друзья, уже идет, вы, наверное, его заметили. Мы постоянно, вот последние там 3 года, ну вот как проект пошел, 16 октября будет 3 года, как зарегистрирована именно первая компания, 2,5 года, как мы вышли именно вот в логику краудинвестинга, и, друзья, только год, как это идет реально в строительстве, и мы постоянно, кто с нами помнит, что мы сначала показывали цели, декларировали, к чему мы идем, а потом, когда приходили, показывали. Это, конечно, друзья, очень ответственно, очень большая ответственность, потому что куда проще работать, что сначала сделать, а потом показать. Но у нас нет такой возможности, потому что мы работаем с большим количеством партнеров. Наша задача сначала показать, куда мы призываем, к чему мы идем, а потом своими действиями доказать, обосновать, что мы именно то, о чем мы говорили, мы делаем. И это, друзья, очень непростой путь. Я говорю, я бы с большим удовольствием комментировал просто то, что происходит на экотехнопарке, но 2,5 года назад для того, чтобы строить экотехнопарк, нужны были партнеры, и сегодня эти нужны партнеры, нужны инвестиции, инвесторы, и для этого мы как раз показываем, но сегодня уже есть сравнительный анализ, то, что начиналось год назад, что сделано за этот год, соответственно, какие сегодня уже идут темпы строительства, и какие сегодня уже заключаются договора, как движется, это как раз уже другая логика развития проекта. И к этому мы подошли только благодаря тому, что запустили краудинвестинг, собрали большое количество единомышленных партнеров, которые сегодня рискнули и пошли в этот венчурный проект, которые сегодня поддерживают проект и сегодня верят в то, что он будет доведен и реализован до конца. Поэтому мы сегодня говорим, что благодаря такому количеству инвесторов, то есть сегодня у нас уже больше 100 тысяч инвесторов и 500, уже более полумиллиона тех, кто получает информацию, то есть тех, кто подписался и работает в системе. Поэтому мы сегодня активнее и активнее набираем обороты, вот, активнее и активнее работаем уже с крупными инвесторами. Это тоже вопрос очень активно обсуждается, потому что доказательная демонстрационная база для них сегодня становится все более и более понятной. Вот, и, соответственно, как мы ожидаем, после демонстрации на берлинской выставке в Берлине и потом уже начало полевых испытаний в Мариной Горке, как раз вот этап о том, что существует, не существует технология, он уйдет в прошлое, вот станут другие моменты, когда будут уже эксперты задавать вопросы, а действительно ли будет такая надежность, действительно будет такая экономичность, действительно будет очень легко ремонтироваться, действительно ли будут такие скорости. И здесь, друзья, мы шаг за шагом, естественно, что мы не можем это все показать в один момент, в один месяц. Эта процедура будет растянута на годы и на годы, и даже на десятилетия. То есть постоянно будут рождаться и показываться новые концепты. Это, друзья, можно сравнить с тем, что, ну, что бы стоило из себя iPhone, если бы Джобс показал в 2007 году iPhone первый, революционный на тот момент гаджет, и после этого больше не делал его модификации. Сегодня, видели, уже идет 7S, 7+, то есть с учетом всех промежуточных модификаций, то это менее чем за 10 лет, более чем 15 модификаций развития технологий. То же самое демонстрирует Samsung. Вот, соответственно, благодаря этому формируется новый рынок, благодаря этому формируется новый спрос, привлекаются новые пользователи. Точно так же, когда задают вопрос, вот, когда начнутся испытания, а когда они будут закончены. Друзья, тут я могу сказать, что испытания в Мариной Горке не закончатся никогда. Во всяком случае, в ближайшие 100 лет это точно. То есть постоянно будут вводиться новые модели, будут решаться новые технические задачи. Skyway будет все больше и больше совершенствоваться. И сначала это будет увеличение скоростей. И здесь я могу сказать, что когда мы выйдем на скорость 500 км в час, которые заложены в технологию 4-го поколения, сейчас мы реализуем уже 4S, ну или 4+, то дальше уже сегодня Юницкий декларирует, что мы выйдем в гиперскорости, то есть мы уже уйдем в скорости 1200-1250 км в час, то есть это уже технология 5-го поколения. Естественно, что это будет только после того, как построено, сделано, испытано и начнет промышленное применение уже технологии 4-го поколения. Но я как раз говорю о том, что, друзья, если 4 поколения авиации, вот оно сейчас перешло в 5-е поколение авиации, на это потребовалось 100 лет, то у нас, конечно, темпы будут совсем другие, и поэтому экотехнопарк будет работать постоянно, долго,
и показывать все новые и новые варианты. Соответственно, мы, исходя из этого, выстраиваем всю финансовую модель, что кто сегодня инвестировал и кто сегодня стал совладельцем как раз вот этой модели построения экотехнопарка и участвовать будет в адресных проектах и в постоянной капитализации этой технологии. Сегодня мы только можем экспертно оценить, какая будет капитализация у компании, то есть с учетом интеллектуальной собственности. Есть первые экспертные оценки, которые внесены в уставной капитал. Вот, есть сегодня оценки рынка, который создается. Это, друзья, экспертные оценки. А все остальное, конечно, покажет только время, покажет только возможности, которые будут. И я думаю, что 30 лет назад, когда только-только началась реализовываться продажа компании Apple, никто не мог даже в страшном сне предположить, что рост акций будет более чем в 3600 раз. Вот. Поэтому это, друзья, естественный, скажем так, ну не то, что естественный ход, это реалии времени, это то, что сегодня развивается и делается. Вот. И, соответственно, мы вас зовем с учетом того, что информации очень много, и положительной, и отрицательной. Мы призываем, особенно тех, кто только подключился, изучать, смотреть, анализировать, потому что этот проект только для тех, кто может сам оценить и принять решение. Если вы сомневаетесь, если вам что-то не нравится, друзья, наша рекомендация – подождите, не спешите, для того, чтобы не было недовольства, не было потом негативного восприятия. Поэтому мы говорим, что мы призываем в партнеры тех, кто только кто разобрался, кто абсолютно понимает, куда он идет, и он это делает путь осознанно. Тем более, что таких людей, которые инвестируют уже довольно-таки крупные суммы, их становится все больше и больше. Вот у нас долгое время держался рекорд 150 тысяч долларов, потом 330 тысяч долларов. Я думаю, что на следующей неделе появятся новые цифры с новыми, как бы, такими максимальными объемами инвесторов. А это уже все-таки, друзья, довольно-таки крупные и ответственные решения, кто принимает, соответственно, вопрос о таких инвестициях уже в сотни тысяч долларов. Постоянно ведутся переговоры с инвесторами, с крупными инвесторами. Вот в данный момент Антон Эдуардович здесь, в Москве, тоже ведет очень активнейшие с серьезнейшими фондами, которые просто попросили его лично сделать презентацию. Представляете, насколько уровня это было предложение, чтобы Антон Эдуардович лично приехал презентовать в Москву эту технологию. Вечером мы выезжаем в Минск. Опять же, завтра будет работа в Минске. Вот. Ну давайте, друзья, на этом мы на второй части с вами подробнейшим образом поговорим о определенных вещах, что нас ждет. Всегда по традиции небольшой перерыв сейчас, буквально 2-3 минуты, где мы показываем последние ролики с Мариной Горки, последние новости. Вот. А дальше для тех, кто принял решение прощаться с проектом, я с вами прощаюсь, друзья. Встретимся уже пассажирами Skyway. А для всех остальных...